В ГАИ сотрудниками полиции задержан мужчина, который, находясь в состоянии опьянения, украл канализационный люк. Возмущенные горожане, увидев данное правонарушение, сообщили сотрудникам полиции и также назвали, что подозреваемый передвигается на автомобиле «Нива». По ориентировке экипажем ДПС данный автомобиль был обнаружен, но на требования об остановке не реагировал. Двигаясь по проезжей части, водитель «Нивы» не справился с управлением и перевернулся. В отношении 28-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по статьям кража и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.